В Волгоградской области подведены итоги конкурса «Учитель года 2010». Победителем состязания среди педагогов названа Светлана Щербакова, преподаватель химии одной из школ областного центра. Слушаем учителям региона, которые спустя 20 лет работы находятся в постоянном поиске новых, интересных для детей методов изучения своего предмета, познакомилась наш корреспондент Екатерина Караваева. У Светланы Щербаковой урок химии в 11 классе. Ребята активно отвечают на вопросы учителя и с легкостью оперируют терминами замещения, присоединения, валентность. Впереди у старшеклассников контрольная работа. Но никакого волнения перед таким испытанием своих знаний у нас нет, признаются ребята. У хорошего преподавателя и сложный предмет усвоить можно без особой сложности. Химия рассказывает интересно, преподносит это, как можно сказать, как настоящее искусство. Мы каждый урок сидим, можно сказать, заслушиваемся. Объясняет в моделях, и даже те темы, которые сначала непонятны, они потом становятся понятны, потому что сразу видно, что от чего идет и как, ну, что к чему присоединяется. Для Светланы Щербаковой, победителя регионального конкурса «Учитель года 2010», химия действительно стала искусством. Этой науке педагог посвятила 20 лет. За время работы в школе перепробовала разные формы преподавания предмета. Самым эффективным способом легко преподносить непростую науку оказался метод проектов. Акцент делается на самостоятельную, активную познавательную деятельность. Поэтому проекты помогают детям ориентироваться в информации, искать ее, решать какую-то проблему. Именно применение метода проектов помогло победить в конкурсе, считает Светлана Щербакова. А еще оптимизм и умение не растеряться в непривычной обстановке. Ведь большая часть состязаний была основана на импровизации. Классный час, родительское собрание, мастер-класс. О том, какая тема достанется, участники узнавали буквально за 5 минут до испытания. Заходишь в класс, не знаешь, о чем пойдет речь. Например, на классном часе мне попалась тема «Попавшая в сеть». То есть дети вытягивали тему, сейчас вот и нужно было начинать классный час. Став победителем регионального конкурса, Светлана Щербакова не думает расслабляться. Вместе с детьми активно участвует в соревнованиях среди школьных проектов, а также продолжает совершенствовать свое педагогическое мастерство. Очень интересные дает предметы, уже метапредметные уроки. Это сейчас об этом говорит и президент наш, и министр нашего образования. Поэтому метапредметные уроки – это уже уроки, которые направлены на развитие личности ребенка, на его тоже, в общем-то, талант. Впереди у Светланы Щербаковой участие во всероссийском конкурсе «Учитель года 2010», который пройдет следующей осенью в Москве. А пока лучшего преподавателя Волгоградской области ждет очередной урок химии и очередной выпускной класс. Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».